Дорогие друзья, я всех приветствую. Очередная грибалочка у нас сегодня. Вот. По своим местам ездим. Там прошлись, наверное, ну не знаю. Достаточно прилично туда-обратно. И, соответственно, там грибов не было. Зашли сюда, и вот он первый грибочек. Смотрите, какой красавчик. Видите? Давайте его посмотрим. Смотрите, какой хороший грибочек. Сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет вообще. А, ну вообще почти не червивый, кстати. Вообще не червивый, посмотрите. Хороший грибочек. И тут еще рядышком один есть. Его кладем. Вот этот уже переросток. Белый это ли вообще? Да, смотрите, какой здоровый. Давайте просто его сорвем. О, видите, какой уже. Это все, наверное, да? Посмотрим. Если честно, то он еще, конечно, не совсем все, но мы его брать не будем. Мы знаете, что с ним сделаем, друзья? Мы сейчас найдем вот ветка. Достану ее, нет? Ну вот сюда можно. Так вот ее сейчас на ветку насадим. Хоп. И все. Он подсохнет, поры разлетятся. И здесь мы найдем потом много грибочков. Все, оставайтесь с нами, ставьте лайки. Двинули дальше. Искать грибочки. Пойдем. А вот и следующий наш грибочек. Смотрите. Боровичок. Белый боровик. Да? Сейчас. Ладно. Даже ни одного. Тут совсем он крошечный. Раз и два. Ну, как раз на засолку размер самый тот. Вот они. Два. Рысь. И второй. Красавчики. Вот здесь два грибочка было срезано. Так посмотрел в округе. Вот еще один. Смотрите. Вот он. Беленький. Тоже. Стоит. Видите? Отличный тоже грибочек. Оп. Открываем. Вот такой беленький. Четкий. Копилочку. Все-таки после дождичка полезли. Небольшие, но полезли. Тут больше нигде нету. Пока не видно. Вот еще один. Тоже спрятался. Посмотрите на него. Вот он. Какой. Боровичок. Толстопузый. Давайте посмотрим, подойдем поближе. Опа. На одном месте прямо осматриваю все. Оп. Боровички самая тема. Тоже мне нравится. Опа. Смотрите, какой. Сегодня 30-е. 30-е число вообще. Четкий. Фу, комары кусают. Сейчас посмотрим, что там супруга нашла. Нашла что-нибудь? Супруга внутри что-то, нет. Ну если нахожу. Да, я дальше. Сейчас, секунду, иду. Я к тебе иду и нахожу грибочки просто. Все, иду, иду. Пойдемте посмотрим, что там супруга нашла. Обалдеть. Ну это реально здоровенный. Смотрите на эту красоту. Это даже двойной, оказывается. Да он там, видишь? По-моему, там две ноги. Две ноги, да.
Сросшийся, может быть. Ну да. Пусть стоит. Он такой мощный. Ну пусть стоит, ладно. Пусть стоит. Хорошо. Да, так правильно. Ну вообще так неправильно, по-моему. Не знаю, мне кажется, правильно, это же природа придумала. Ну что они в земле? Не, ну красавец. Не, давайте все-таки, наверное, его сорвем. Нет! Хочу посмотреть на него. Да зачем? Вон так смотри. Ладно, хотел телезрителям показать. Да они уже все видели. Ты пониже камеру опусти. Слушай, тут перерос, да? Здоровенный, да. Здоровенный. Ну вот и Виктория поднашла грибочек. Видите, как бы классненький, да? Ну, немножечко. С почином, да ничего, но. Хороший. У меня еще один есть. Вот такой. Ну да, подберезовичек. Тоже, кстати, не червивый. Надо здесь осмотреться. Вот много пожалуйста. Ну понятно. Зато, может, беленькие есть. Угу. Отлично. Видишь, они вот маленькие, они, видно, только пошли. После дождей. Да не, нету. Пойдемте дальше. Прогуливаться по лесу. Такому красивому. Так, наткнулись на грибочек. Дорогие телезрители, ну смотрю, я здесь уже кто-то был. Смотрите, какую ногу тут срезали. И причем, поглядите, он вообще же не червивый, нога. И вот там побольше стоит грибочек. Ну, сейчас вот этот выкручу я сначала. Посмотрим. Не, вот этот вообще четкий. Я думаю, тут побольше тоже нормальный будет. Хоп. Ну, он такой, чуть-чуть. Видите? Немножко червивый такой вот. А запах какой у него вообще, не передать словами. Сейчас мы положим корзинку. Опа. И посмотрим вот этот грибок. А, нет, показалось. Это там листочек был. Слушайте, ну, вроде бы, кстати, неплохой. Да нет, уже такой, видите, был бы посветлее, был бы получше. Ладно, тогда оставим его. Интересно посмотреть, что там с ногой. Вообще, как будто не червивый, да? Здесь тоже. Ну не знаю, уже поры такие. И, наверное, не будем брать. Так вот сделаем. У грибников свои причуды. А? Все. Теперь и белочки будут есть. И потом размножение грибов здесь произойдет. Насколько это правда, я, конечно, не знаю, но вычитал я в одном. Учебнички, интересно. Все, двинули дальше. Грибочка. Сразу недалеко Виктория находит грибочек. Посмотрите, какой красавчик стоит. Жена у меня срезает грибы. Да, супер. Супер, супер. Надо вокруг еще осмотреться обязательно. Может, повезет нам. Погода сегодня после дождя, конечно, вообще... Отличнейшая. Отличнейшая. Ну это вроде такой, более-менее не червивенький, да? Нет, там поползли тоже. Не, ну поползли, это ладно. Вот, три нога там мощно, срезаны? Ну да. Ну я говорю здесь... Да они не срезают, они их выковыривают. Ну выковыривают, ну это кто как делает. И так говорят, безопасно, в принципе. Я не знаю, я выкручиваю их. А, вон, смотри-ка. Он маленький грибочек. Прямо возле самого деревца.
Солнце. Опа. Вот оно на солнышке греется. Смотри, какая у него оказалась нога-то. Оп. Ай, смотри, тут еще маленький рос. Да, нога у него просто уже съедена, я чувствую. Очень мягкая. Очень мягкая. Смотрите на эту красоту. Следующий воровичок у нас стоит. Оп. Такой небольшой. Красуется. Красуется. В округе никого не вижу. Давайте сорвем его. Выкрутим. Оп. Оп. Ну, как раз на засовочку. Самое то. Красавец такой. А точно то? А? Да? Давай посмотрим, что ты там за грибочек нашла. Надеюсь, беленький? Ну, видишь, как он тут красиво стоит. Красуется. Ну, давай, ты его срезаешь, что? А, я срезаю, да. Молодец. Ну, видишь, червивые, да, они? Ну, уже да, такие, вон, только-только. Только, ну-ка, покажи. Ну, вот здесь еще куда не шло, ладно. Ну, да, червивенько. Это, знаешь, почему? Шляпка хорошая. Ну, да, шляпка хорошая. Это потому что после дождя черви активизируются. Ну, мне так кажется. Да, ладно. Пойдемте дальше прогуливаться, искать грибочки. Так, я увидел грибочек. И Виктория там тоже нашла, говорит, грибочек. Смотрите, вот. Вот какой тут. Вот тут уже мощный. Хорошенький. Да, чего там у тебя? Где? Ну, вот, слушай, как раз самое то под закрутку. Давай срезай его. Пойдет. Ну он чуть-чуть червивенький. Слишком сильно ты ногу-то тоже не срезай. Смотри, здесь какой. Вот он стоит. Смотри, какой на толстой ноге. Кабанчик. Ох, вот это да. Вообще. Супер. Суперский. Идеально. Тут 100% идеальный гриб. Оп. А вон там посмотри. Где? Смотрите. Суперский бочоночек. Вот левее иди. Он под листочком там что? Левее. Ко мне сейчас. Там вот. Не белый? Нет. Это не белый. Вот это красавчик. Толстенький. Вообще. Вы посмотрите на это чудо. Вот это грибочек попался. Четкий. Вообще. Просто посмотрите. Вообще не червивые. Все бы такие были грибочки. Следующий беляшек такой накрытый. Оп. Опа.
смотрите, красавец. Следующий грибочек у нас, это вот там вот подосиночек, смотрите, какой классный, красивый. Подосиновиков у нас еще не было. Березовики были, белые боровички были, а подосиновичков не было еще в нашей коллекции сегодня. Опа! Ох! Опа! Смотрите, какой классный, красивый подосиновичек. Коллекцию. Ты что там, подберезовик нашла? Нет? Ладно, топаем дальше. Зашли мы в другой лес с Викторией. И она нашла грибочек. Говорит, беленький. Ну, да, ничего себе, какой красивый. Давай. Срезаю, вот смотри-ка. Вообще хороший. Хорошенький. Отлично, значит, надо ходить здесь и смотреть грибочки. Пойдемте дальше прогуливаться к такому леску. Видите, вокруг овражки получается. Лисички? Ну, они любят такие места. Хотя... крупный, ну потому что видно, здесь никто давно не ходил. Вот. Ладно, оставайтесь с нами, гуляйте по лесу. Дорогие друзья, замечен беленький. Опа. Ладно. Красавчик. Опа. Красавчик, ну уже что-то мягенький, съеден, наверное. Сейчас мы уже потихонечку закругляемся. Потихонечку закругляемся. Дорогие друзья, в общем, закончилась наша рыбалочка. Заново. Закончилась наша грибалочка. Грибочков подсобрали чуть-чуть, вы все видели. В принципе, остались довольны моей Викторией, и двинем домой. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и всего впереди будет много интересного. Скоро рыбалочка, друзья. Всем пока.